Доход на отдых, 6-й год, 22 июля, ночью шел дождь, вся трава сырая, я мокрая, копь, щель, 2 дня прошло, пусто, за исключением берила трещиноватого. День 3-й, вчера поработали перфоратором, посмотрим, сегодня может что-то будет. Комары. Сырость мерзко. Делать костер, сушиться. Чай заварим. Из ямы вода, где козел утонул. Идет дождь. Погода мерзкая. Хотел поесть бруснички. Ягод, но не всегда. Копаюсь в яме. Здесь вот вчера, где вроде должен быть занор, пробурили ряд дыр перфоратором. Тяжело. Сейчас вот попробовал, дочистить карман. И довольно удачно есть дымчак. И в хвосте оказалось занор. Вот настоящий аквамарин. Цвета морской волны. Пойдем дальше. Вряд ли что будет. Может осколки от него. Вот после продолжения поисков из этого кармана. В самом хвосте уже сухарь вроде выпал. И в маленьком кармашке там нашел головку. Вот она. Головка от этого бзила. Может вот это? Оформленная головка. Жаль, что он весь разбит. Дождь все идет. Из этого же кармана прекрасный столбик. Аквамарина. Чистенький валялся. Даже видно, не видно. Головка оформленная. На чем-то фоне надо показать. Это круто. Чистенький, как морская волна. Уже погода. Даже в яму стекает. Но всем справедливо, все равно. Но пирогов. Все стекает на яму. Опа!